Детство у ребят моего поколения было разное и удивительно похожее. Ведь у каждого из нас в детстве была война. Мы как смогли, как сумели, как нам довелось, разделили испытания, выпавшие на долю наших матерей, отцов, на долю моего народа. А ты почему не поешь? Я слов не знаю. Из Германии? Ничего, слова выучишь. А ну попробуем еще раз. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. На, держи. Что, я тебе носильщик? Ладно. Оп. Лови шапку. Здравствуйте, дядя Коля. Как нога? Заживает? Да ничего, спасибо, Женька. А какое кино сегодня будет? Говорят, Антон Иванович сердится. А, я видел. Ладно, мы пошли. Матери привет. Хорошо, передам. Мы все лезли толпой на нее, товарищ, оставляя. И крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули глотали. Семь раз занимали мы вот ту высоту, семь раз мы ее оставляли. Семь раз занимали мы ту высоту, семь раз мы ее оставляли.
И снова в атаку мучиться всем. Земля, как горелая карта. Ну, чего ревешь-то, а? Просто не потеряла. Вот же они. Горе ты мое. Восьмой раз возьмем. Ищу. Мальва, не видно? Ну, видно уж точно, что судьбы пути на высотке скрестились. Но видно уж точно, что судьбы пути на этой высотке скрестились. От советского информбюро. Оперативная сводка за 19 апреля. Мама! За последние три дня в районе центральной группы нашей... Здравствуйте, тетя Зина. Ох, ты пришел. Моя солнышко, тебе же тяжело. Женя, держи. По захвату и расширению плацдармов на реке Одер и реке Нейсе. Хорошо, в результате этих боев смотри, тебя опять ждут. Наши войска на Дрезденском направлении форсировали реку Нейс. Да поехали все вместе, поехали. Овладели городами Форц, Вейс, Вассер. Здравствуйте. Войска 2-й польской армии заняли город Ротенбург. На Одере наши войска захватили и расширили плацдарм западнее Кюстрина. На территории Чехословакии, северо-восточнее и севернее города Кодунин, войска 2-го Украинского фронта вели наступательные бои. Севернее Вены войска фронта с боями заняли на территории Австрии много населенных пунктов. На других участках фронта бои местного значения и поиски разведчиков. За 18 апреля наши войска подбили и уничтожили 96 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 115 самолетов противника. Здорово, кот. Ну, здорово. Меняем. Один запал, три гильзы. Покажи. Эй, Валера! Валька не видел? Кого? Я для него принес. Ну, ладно. Идем попробуем. Оставь мне один. Обойдешься. И не лезь. А ну, отойдите все к стенам. А ну, ребята, отошли. А то задень кого, и отвечай. Прижмись, а то ударит. Так что у вас? Мы мин не принимаем. Извините. Давайте ее нам, мы солдатам снесем. Пожалуйста, будьте любезны. Тол пригодится на обмен. Ага. Посмотрите, пожалуйста, может, вот это понадобится. Ого. Да как вы его дотащили? Волоком. Волоком! Ну, ладно. Благодарю. Опять? Ну ладно, пошли. Поди, привези тачку. Сейчас. Где вы так встаете, а? На, держи. Спасибо. Ровно
ровно в 4 часа. Киева мобили, нам объявили, что началась война. Здравствуйте, это твои одноклассники? Почем? Чего? Почем семечки? 5 рублей. Они дорого. Ну, проваливай. Тоже мне. В милиционера позову. Всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны, артиллериста. Ведь мы же просто так. Купите воробья, продай воробья, красивый воробей, последний воробей. Купите воробья, отдам воробья, дешево дам, совсем отдам, с клеткой дам. Купляй воробья, было 3, стало 2. Купите воробья, было 2, стало 1. Купили воробья, последний воробей, 1 воробей. Почем дрозд? Да разве это дрозд? А кто? А я и сам не знаю, случайно от соседки остался. Красивый, купляй. А ты его зажарь. Обалдел, дрозд-то ты зажарь. Ты его глиной обмажь и зажарь. У них в Алмате дроздов не жарили. Ты что? Ну ладно, давай, ребятки, проваливай, проваливай, проваливай. Не мешай торговать. Проваливай, проваливай, проваливай. Купите дрозда, продаю дрозда. Красивый дрозд, последний дрозд. Хорошо отдам, с клеткой дам, совсем отдам. Купи, купи, продаю воробья. С чем? С картошкой. А не мерзлая картошка-то? Да что ты летом-то, милый, придумал? А почем? 3 рубля штука. Нам по 2. Ну, давай, бери, пока горяченькие. Да, тебе держи. Тебе. Ты чего? Ленке отнесу. Угу. Смотри. Новенький, ты купил дрозда. Пойдем посмотрим. Дома у нас раньше много разных животных было. И птицы были. А живые были? Ну как? Все живые. Да я так. У тебя что, отец зоологией занимался? Нет, мать. Отец был врач. А-а-а. Они же так и сбежать могут. Чё? Сбежать. А, гуляй. Митя, тафачем свою битву? Тоже мне охрана. Знаешь, Танке? Что за отдел был в партизанском отряде? Что? Могли и расстрелять. Кипестерик. Женька! Иду. Смеют, сволочь. Эй, 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 Бенгельс. Ватит. Ватит, bitte. Einen Moment. Einen Moment. Frosch. Лягушка, essen, springen. Лягушка. Зачем лягушка? Лягушка. Лягушек жрут, гады. Жалкие они какие-то. Смотри, смеется. Чё смеяться? В плену. Я не знал, что они лягушек едят. Все едят. Они там много всякого едят. До чего мы бы и не догадались. Guten Tag, Kinder. Guten Tag, Lisaeta Александровна. Sitzen Sie bitte. Wer ist heute Klassenordner? Ich bin heute Klassenordner. Wer fehlt heute? Alle sind da. So gut. So. Так, дети, ich habe schon Ihre Kontrollarbeiten gesehen. Ich will aber Sie alle mit Ihnen bekannt machen.
Verstehen Sie? Ну, а потом мы все это вместе посмотрим. А Смоловский, Миша? Их. Bitte? Петька, почему немка? Генка. Генка. Не могай, Нина. Физик. Нина. Нина. А я же тебе говорила. Рубинштейн, Ефим. Я немецкий не учил. Камцамир. Шналер, шналер. Так вот, Ефим, ты не академик. Мурашко Владимир. Очень плохо. Меденко Люда. Меденко Люда, ленишься, ленишься. Гончаренко Таня. Баран Женя. Я очень довольна. Очень, очень. Баран Женя. Баран Женя. Что ты думаешь делать дальше? Ты же ничего не знаешь. Науменко Саша, Дубинская Лариса, Науменко. Хорошо, на этот раз хорошо. Кузьмина Зоя. Кузьмина Зоя постаралась, ничего. Тарасевич опять? Опять нет твоей тетради, Игорь? Игорь, ты меня слышишь? Ну что дальше? Если так будет продолжаться... Так двойки в четверти тебе не миновать? Неужели тебе не хочется в совершенстве овладеть языком? А? Нет, не хочется. Нельзя ненавидеть народ. Народ, который дал миру Бетховена, великих классиков мировой литературы Шиллера, Гёте, Гайна. И Гитлера. Да, но немецкий народ нам дорог. Не знаю, чем он нам так особенно дорог. Вы во время войны где были? Я? Я в Куйбышеве, а что? А я здесь. Я хотел бы выйти. Битте. Пожалуйста. Выгнали. Выгнали. Бывает. Ну, помоги. Так. Вон, так. Неужели приживется? Такое дерево всегда приживется. С вами поругались, а сидите вместе. Отстань ты. Женька двойку получил. Пошла бы ты лучше попрыгала. Подумаешь? Нагни головку, нагни ниже. Ниже, ниже, вот так. Ничего, терпи, терпи. Ой. Сейчас, последний разочек и все. Вот так. Терпи. Ой, мыло в глаз попало. Ну вот, подумаешь, там больше будут. Ну дай посмотрю. Ну дай, дай, дай посмотрю. Ничего, ничего. Ничего. Жень, а ты обмывайся, обмывайся. Ну давай потом.
Давай, подруга. Вот так. Вытирайся и валяй домой. Не хочу. Вытирайся, говорю, и домой. Подпотри меня. Эх, хорошо. Так. Ой, давай, сильнее. Молодец. Ну и спина же у тебя большая. Так, давай мой немножко. Ну, подпотри меня. Вот там, вот, 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 вот там, между лопат. Вот, вот, хорошо. Ну, давай еще раз. По-настоящему, давай. Ну, что? Ну, Люсь, ну, хватит, ну, хватит. Ну, сядь, посиди с нами. Что вы, мать, обижаете, а? Ну, давай еще раз. Теперь уже насовсем, да? Нет. Завтра утром на Москву. А из Москвы обратно сюда? Куда пошлют? Ой. А я-то, дура, обрадовалась. Ну и правильно сделала. Правильно? Неправильно. Ну подожди. Ну, Женя, посмотри же. Ну что? Может, потанцуем? Что? А что? Потанцуем? Жень, давай. Если бы ты знал, как я устала. Ничего. Теперь уже недолго. Угу. Ты, пожалуйста, только пиши. Хорошо. Это очень страшно без писем. Сегодня вечером я напишу тебе, чтобы хватило до конца войны, хорошо? Порой ночной мы повстречались с тобой. Нет уж тех ночек, где ж ты платочек, милый, желанный, родной. Нет уж тех ночек, где ж ты платочек, милый, желанный, родной. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Солнцем согрета, песней воспета, землю согрела весна. И мне не раз снится в предутренний час. Кудри в платочке, искры, цветочки, ласковых девичьих глаз. Порой ночной под тенистой душистой сосной мелькнет, как цветочек, синий платочек, милый желанный родной. Мелькнет, как цветочек, синий платочек, милый желанный родной. Что еще поставить? Ну, поставь что-нибудь. Ну, тогда твою. Давай, пошли. Нет, теперь со мной. Хочу с тобой танцевать. Прошу вас. В холода, в холода от насиженных мест нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места.
А за что ты второй получил? Потом расскажу. А отечественную тебе какой степени? Второй. Тоже ничего. А что она у тебя поцарапалась? Как нас дома не греет. Не помню. Хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда. Лена, пора спать. Не хочу. Ну, что значит не хочу? Пора спать. Ну. Пора спать. А Женька? Женя будет спать у тети Зины. Хорошо. Почему? Потому что так надо. Пап, ну можно. Понимаешь, Игорю сегодня одному не очень весело, понимаешь? Где же наша звезда? Завтра утром увидимся. Ага. Может здесь, может там, может здесь, может там, может здесь. Можно я возьму? Конечно. Скажешь тете Зине, что я завтра зайду. Угу. А ты почему здесь? Тебя ждал. Боялся, уедешь. Так я же обещал. А я все равно боялся. Давай. Давай прощаться. Ну, еще немножко провожу. Хорошо. Ну, все. Пора. Уехать бы куда-нибудь. В Минске, говорят, ремесленные набирают. Я не могу. У меня бабка одна. И мне мать Ненкова оставить. Если б сестра приехала, уехал бы, а так не выйдет. Может, искупаемся? Не, сначала вскопаем, потом уж скупнемся. Чего твоя бабка такую далих решила посеять? Эти тыквы, что ли? Горбузы. Да это не она, это и сосед Аким Акимыч устроил. Юр, ты кем хочешь стать? Я-то не знаю, а ты? И я не знаю. Раньше в летчики хотел пойти. Летчики, пилоты, бомбы, самолеты. А я вот танкистом. А потом что-то расхотелось. Бабка у меня такая, говорит, все жилы вытяну, пока грамотным не станешь. У Женьки отец уехал. Зайти надо. Зайдем. Эй, осторожней!
Да что с тобой? Зуб вырвала, видишь, молочный. Да ничего, зуб вырастет. А ну, помоги мне сложить дрова. А Женьки все нет. Придет Женька. Привет. Видели же. Есть хочешь? Давай. Мать тебя искала. Отец уехал? Угу. Что ты делаешь? Да вот поезд с Польши должен быть. Может, Надька приедет. А может, кто про нее что знает. Сколько этих поездов уже было? Да я знаю. Это все мать. Мам, а Женька не верил. Иди к Женьке. Женька! Милый, хороший, славный ты мой. Я ведь знала. Милая моя, милая, хорошая девонька моя. Ах ты моя хорошая. Мам! Ты что пришел? Да ты же халат забыла. А вы мне его принесли? Ах, вы умники мои. Здравствуйте. Здравствуй. Ну ладно, я пошел. Игорь, помоги. Слышал, твоя дочка вернулась. Да вот приехала, доченька моя. Познакомьтесь. Геннадий Федорович, Рыжкин. Надя Тарасевич. Ну я тут кое-что тебе привез, сейчас принесу. Ладно? На. Кто это? Из гарнизона. Каждый вечер у нас пропадает. Да. Ну что ж. Мертвым отца никто не видел. А я уеду. Хорошая скотина. Только что мы с ней будем делать? Ее содержать, накормить надо. Они в Германии привыкли кофе с булочками есть. А как же? Интересно,
Интересно, как с ними разговаривать будут. Да брось ты, пошли. Они же ничего по-русски не понимают. Ты меня понимаешь? Сено хочешь? А ничего она не понимает. Ничего поймут. Мы тоже не сразу все понимали. А может, пойдешь на казнь смотреть? Нет. Приговор. Именем Союза Советских Социалистических Республик. Военный трибунал военного округа в открытом судебном заседании с 5 по 9 апреля 1945 года рассмотрел дело о зверствах немецко-фашистских захватчиков, по которому обвиняются Гетце Август Иосиф, 1918 года рождения, уроженец города Кёльна, немец, бывший гауптшарфюрер зондеркоманды при полиции безопасности СС и СД. Бурхард Пауль Карл, 1916 года рождения, уроженец деревни Шванфельд, Бавария, немец, бывший зондерфюрер местной комендатуры. Гетрих Бруно Франц, 1923 года рождения, уроженец деревни Обернсдорф, немец, бывший обер-ефрейтор 8-й кавалерийской дивизии СС, мертвая голова. Военный трибунал нашел установленным. Ты где целый день гулял? Где гулял? Там. Где там? На песчаной горе. Чтоб сейчас домой шел. Сейчас же иди домой. В 1941-1944 годах уже немецкие изверги замучили, расстреляли, а ты не повесили, смотри, заживо сожгли и удушили в газенвагенах свыше 500 тысяч советских граждан, в том числе стариков, женщин, детей и военнопленных. Подсудимые по настоящему делу Гетце, Бурхард, Гетрих являлись активными участниками злодеяний, совершенных немецкими захватчиками на территории области. Руководствуясь статьей 3 Уголовного кодекса и статьями 319 и 320, приговорил Гетце Августа Иосифа к смертной казни через повешение. Бурхарда Пауля Карла к смертной казни через повешение. Гетриха Бруно Франца к смертной казни через повешение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ничего интересного. А вон та ничего. Это пропустим. Танька, ты знаешь, посмотри на тех, кто не танцует. Я говорю, Танька. Хорошие девушки обычно стоят у стенки. Сейчас. Снова в поход. Хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Но мне кажется, снова я у дома родного, в этом зале большом и как будто вдвоем, так скажите хоть слово. Вы меня не поучите танцевать. Сам не знаю, о чем. Давай, идти. Thank you.
Ну вот. Познакомьтесь. Иван вернется. Рассказывал, Гитлера по всей России скорее будут возить в клетке. Вас как зовут? Вера. Меня Толя. Я вообще 4 года не танцевал. Вы хорошо ведете. Самое главное, Вера, чтобы мы не врезались в стену. Вот. Вы хорошо танцуете. Сейчас это не имеет значения. Это все равно, что танцевать в темной комнате. А мы это даже раньше любили. Тушить свет и танцевать. А где вы жили до войны? В Москве. Правда? Правда. А я вот нигде не бывала. Еще успеете? Не знаю. А у вас мать и отец в Москве живут? Мама. От вас пахнет земляникой. Это мыло такое. Какой следующий танец? Вы не знаете? А никакого больше не будет. В 9 часу останавливают паровоз, полчаса не будет света. Я забыл. Жалко. Может, в кино останетесь? Не знаю. Счастливые вы, говорю, с Петькой. Молодые.
вся жизнь впереди. А ты что же, старый, Василий Иванович? Ну, старый, не старый, а все уж не как твой Петя. Вот поженитесь, работать вместе будете, война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Умирать не надо. Зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты. Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа
против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы. 9 мая считать нерабочим днем. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Счастливо! Передаем указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы! Геннадий Федорович, Геннадий Федорович! Да ладно тебе! Победа, милый мой, победа! Эх! Ты вот лучше расскажи, как тут дела. Да так, что все в порядке. Хлопцы, хлопцы молодцы, победа! Стараются вовсю. Но я вижу, ты победу уже отметил. Так а то как же! Да нет, маленько. Вот только склады кончаются. Надо бы доставать это без них, ну просто никуда. Вот так. Он не успеет, свои ставят. А мост, мост пора кончать. Сегодня утром встал, так искупаться захотелось. Попробуй, как уха? Уха, ничего, ничего. Перчику, перчику маловато. Ухо обожгло. А вы что, увлекались? До войны в чемпиона готовился. Вон как. Стой, стой, ты куда? Геннадий Федорович, да что же это делается? Стой ты куда? Убьется. Ты все-таки зря тут прыгаешь. Так же и шею свернуть можно.
Если хочешь по-настоящему научиться, пока мы тут строим, приходи сюда. Я научу. Лучше всего по утрам. Ты чего? На. Мать знает? Нет. Не реви. Где она? С тетей Зиной на дровах. Виноват. Ты поди послушай. Здравствуйте, ребята. Нашим родителям наш пионерский привет. Привет, привет, привет! Ширина страна моя родная, много в ней лесов полей.
Лен, не трогай! Хватит. Так. Детки. Землицей спробуешь. Чё ты? Тебя ведь нет, куда берешь? Камень. О, есть? Так бы давно. Поезд идет. Ну что, попробуем? Не тросишь? Вы будете? Глупо. Нет. Что, боитесь? Дурак ты. Ну, давай, давай. Только голову пониже. А вдруг за день? Давай, ну, я ему набью морду. Ты уж не очень. Пусть только живой останется. Хороша страна Маньчжурия, Маньчжурия моя. Какие танки, пушки повезли. Мол, те, что отца убили, да? Нарывается. Интересно. Игорь, ты что? Что? Мало? Ах, ты так, да? Ну, подожди. Отпусти, Сэм. Да не рвись, шуми. Рвись, не рвись. Ну, тихо, отойди, тихо. Сам. Успокойся, мы с тобой еще встретимся. Отойди. Кто встречаться-то будет? Не волнуйся. Ты случайно не меня встречаешь? Нет. Хочешь, угадай, как тебя зовут? Мне это ни к чему. Забыл, черт. Ну ладно, пошли все равно по пути. Никуда я с вами не пойду. О, Женька. Что, держите, угадал? Держите, он убьет тебя! Это же Коля! А ну, держи. Отцепляй вагон! Такой, а? Да это Коля Соболевский! А семью-то всю убили! Коля! Прыгай, прыгай! Коля, ну что с тобой? Ну что ты на самом деле? Ну уйди! Свихнулся от горя! Держите, держите его, он же застрелит! Да уйдите вы, что вы прете! Сзади его бей! А ну, сходи! Разреши доложить, товарищ капитан? Давай! Ты что, сволочь? Да не лезь! Ну! Фронта мало. Что ты, Коля? Вещи возьмите свои. А, не бомбили, а гниет. Чего смотришь? Да просто так. Отец-то жив. А вы его знали? Не знал, конечно. Ich lebte in Deutschland drei Jahre, aber jetzt habe ich. Да. Ключ у тебя есть?
Вот. Одинаковый. А? Ну? Так вы и есть наш сосед? Ну, конечно. Володя. Ну да, пошли. Володя. Вернулся. Ну, здравствуй, Люся. Здрасте. Узнала все-таки? Угу. А я думал, ты меня не узнаешь. А я вот, видишь, дрова пилю. Сына твоего видел, вырос очень. Значит, вернулся. Ну, пошли в дом. Ты совсем не изменилась. Да ну. Серьезно. А я только что из госпиталя. Полгода отвалялся. Глаза-то хоть целы. Повезло. Как только танк загорелся, я их закрыл. И вот, представляешь, совершенно случайно, открываю их месяца через два, смотрю, сидит напротив меня здоровый парень. В кальсонах тесемочки болтаются. И зевает. Очень ему скучно на меня глядеть. Слушай, Люся, а у тебя от Федора никаких шмоток не осталось? А то у моих и на люди не покажешься. Я что-нибудь не так сказал? Да нет, все так. Только Федора не могу. Хочешь американский костюм из юноровской посылки? Американский? Да. Давай американский. Ну, хорошо. Ой, это хорошо, Игорь, что ты еще здесь. Я уже хотел идти к вам домой. Я вот тут написал своему другу письмо. Как только... Да что вы, Евдоким Иванович. Держи, держи. Это еще неизвестно, как там у тебя в Минске все сложится. Здравствуйте. Здравствуйте. Евдоким Иванович. Да. А вы принимаете такие, как я, в школу? О. Это сестра моя из Германии вернулась. Помню, помню. Сколько ты успела кончить? 8. Да, да, 8. Что-нибудь помнишь? Да. Трудно будет. Ничего, я выдержу. Ну что ж, приходи. Только я думаю, тебе вечернюю будет удобнее. В общем, приходи. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звездой эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда. Некуда падать. Еще что-нибудь. Ну, что ж тебе сыграть? Ну, что хочешь. Так люблю, что ты не знаешь сам. Я тебя немножечко ревную. Подожди, я сам. Ну и что, вы так стоять и будете? Садитесь.
Смелей, смелей. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. И потом съешь, потом. Что смотришь, не узнала? Да война, она маленькая еще была. Угу. А это наш сосед, Володя. Вот. Я до войны еще ничего не помню. Да я знаю, а вот я тебя помню, такая маленькая была. Вы что, в Бразилии были? Ну, если судить по этикетке, было в Бразилии. Ну-ка, дай гитару. Потом переехал в Румынию. Потом почему-то меня занесло во Францию. Потом я обосновался в Соединенных Штатах. Оттуда прямо к вам. Понятно? Да. Ну, веселей, веселей. Консервы возьми. Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем. А, веселее, ну что ж вы так? Звезды, а с небосклона бесшумным дождем. Вон снова упала, и я загадал выйти живым из боя. А у вас ордена есть? Масса. А почему вы их не носите? Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездой. Да как тебе сказать? Ну вот один наденешь, другой обидится. Другой наденешь, третий обидится. Вот чтоб никого не обижать и не ношу. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погон. Давай выпьем. А что это? Да я не знаю, ребята в пути подарили. Европейское что-то, гадость какая-нибудь. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Что это я все военное, военное? Давайте вместе споем. Давайте лучше потанцуем. Ну, давайте потанцуем. Пойдем. В холода, в холода. От насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода, неспроста, неспроста, от родных тополей нас все новые тянут. Будто там веселей. Дай мне. Неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч. Хорошая зажигалка. Да что мне хорошего? Кончился кремень. Выбрасывай. Хочешь, подарю? Давай. Держи. Была нам хорошо иногда. Возвращаемся мы по домам. Что ты собираешься делать? Не знаю, посмотрим. Может здесь, может там. Может здесь, может там. Хорошо, что у тебя никого нет. Чего ж хорошего? Терять некого. За эту войну столько потерял. И друзей вообще. Как ты жив остался? Не знаю. Да и кто это знает?
Давай выпьем. Да нет, я больше не хочу. Ну, тогда я один. Угу. За тебя. Давай. И тебя по-прежнему люблю я. Так люблю, что ты не знаешь сам. Я тебя немножечко ревную к совещаниям, книгам и друзьям. Ты такой, как был, неутомимый, лишь виски покрылись сединой. И гордишься ты своей любимой, и гордишься сыном и женой. Была в оккупации? Нет. Мы жили в Алма-Ате. Хороший город. Ничего, зеленый. А ты знаешь, я думал, свистнули у меня гитару. Кому она нужна? Ну, как же дрова все-таки. Да, ты же сны умеешь разгадывать. А ты помнишь? Помню. Ты знаешь, мне совершенно дурацкий сон приснился вчера в поезде. Будто иду я по картофельному полю, и вдруг из-под ног у меня заяц выскакивает. Здоровый, такой серый, и в лес. И все? И все. К чему бы это? Ты знаешь, я вот про зубы знаю, про свиней знаю. Да. А вот про зайцев я не знаю. Ладно, пора идти. Не надо. Посидим еще. Да нет, поздно уже. Иди домой. Володя. Ну? Спасибо. Да ну что ты. А в вечном огне, видишь, вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Привет, это я. Привет, ты чего? Да вот уезжаю. Проводишь? Провожу. А ты куда? В Минск. А-а-а. В ремесленное. Неохота, чтобы мать провожала. Слезы и все такое. Надька тоже какая-то нервная стала. Один ты у нас не нервный. Я нормальный. А к нам сосед вернулся. На гитаре играет. Теперь и ты на гитаре выучишься. Вернусь через 5 лет. А ты в летнем саду с гитарой и с соседом выступаешь. Почему через 5? Раз ты на 5 лет уезжаешь? Не знаю. Но, наверное, не меньше. Да. Вот так. И пошли быстрее, а то я на поезд не сяду. Билет у тебя есть? Так, доеду. Зайцем на крыше? Mm-hmm. Под мостами будешь проезжать, голову нагибай, а то ведь шибет. Учтем. Куда тебе писать? Не знаю. Я сам напишу. Ты знаешь, я никому не писал, кроме отца, и мне никто. Теперь получишь.
Говорит Москва. С добрым утром, товарищи. Сегодня 6 августа, понедельник, 6 часов 2 минуты по московскому времени. Передаем последние известия. 5 августа председатель Совета народных комиссаров СССР генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин и народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов возвратились из Берлина в Москву. Советская страна с воодушевлением приветствует решение Берлинской конференции трех держав. С большим подъемом проходят четкие обстоятельства сообщения о конфликтах в военных частях Ленинграда. Воины, отстоявшие родные города, и ограниченные решения воплотительными трех великих держав. На Ленинградском заводе электросилы имени Кирова на митинге, посвященном Берлинской конференции трех держав, слесарь изоляционного цеха Антонов сказал: в решениях руководителей трех великих держав надо проститься, чтоб все как у людей было. Подобно тому, как в войне Красная армия и армия Сталинской. У тетки достал. Жалко кружка одна. Ничего, по очереди. Будь здоров. Выступившие на митинге в цехе резиновой обуви работники Соболева охарактеризовали решение конференции трех держав как важнейший документ, определяющий основные принципы послевоенного института. Ты же выпей сначала, а потом закусывай. Забыл. Ну, счастливо. Угу. Наш? Вопросы. Наверное. Восточный. Как передает корреспондент агентства Рейтерс, находящийся при 21-й армейской группировке сводный брат Гитлера Алоис Гитлер, арестованный в районе Гамбурга английскими властями, освобожден. Вашингтон. Давай. 6 августа. Белый дом опубликовал сообщение президента Трумэна, в котором говорится: 16 часов тому назад американский самолет сбросил на важную японскую военную базу Хиросима, остров Хансю, бомбу, которая обладает большей разрушительной силой, чем 20 ну, вроде устроился. Взрывчатых веществ. Сейчас пойдет. Эта бомба обладает разрушительной силой в 2000 раз превосходящей разрушительную силу. Ты иди, чего стоять? Грэм Слэм. Мне все равно делать нечего. Самой крупной бомбой, когда-либо использованной в истории войны. Трумэн заявил, что он будет рекомендовать Конгрессу США быстро рассмотреть вопрос о создании комиссии для контроля над производством и использованием атомной энергии в США. Москва, Кремль. Смотри, планер. Празднуя крупнейшее в истории польского народа достижение, фактически...